Итак, страна с добрым утром из Геленджика. Меня зовут Настя Май. У нас первый снег. Уже с утра прошел град два раза причем. Вчера вечером был град. Сейчас погодка разгулялась, на улице всего градусов 5, но светит просто солнце, вообще небо чистое. Пока что. Такая кайфовая погода, вообще ветра нету. Просто рай на улице. Я нахожусь в ЖК Черноморский 2. И сейчас мы с вами пойдем на набережную гулять. Точнее, на Крымскую набережную. Так, мы пришли на набережную в ЖК Черноморском. Такая тут обстановочка. Солнце. На солнце прям тепло. А в тенечке свежо-свежо, что приходится капюшон надевать. Кристин, как у тебя дела? Привет. Ну, как видишь, вот, все. Нянчусь. Нянчусь, да. Играем в нянчусь. Да. Шмурчик. Услуги няни не дорого. Да. Да, да. Я слышу, какие огромные волны. Я вам обязательно сейчас это все покажу. Это невероятно красиво. Самокаты повалили, да? Это ветер, да. Поигрался немножечко. Не, ну сейчас прям хорошо, да? Да, на солнце, ветер. Да. Кайф. Ох, какие волны. Жесть. Ну, я, если честно, ожидала чуть большего. Но шумят они вообще. Жестко. И красиво это. Завораживает прям так. Стихия, да, вода это? Буквально 15 минут, и уже все затянуло. Такая вот у нас переменчивая погода. Все, ясное небо осталось позади. Мы решили не рисковать с Кристиной и далеко не уходить. Потому что сейчас по-любому ливанет. Тучи аж черные идут. А спрятаться... А он уже пошел. Кристин, дождь пошел. А прятаться негде просто. Сейчас мы все нафиг промокнем. Шикарно. Довольно странная погода, смотрите. Прошел только что ливень. И радуга. Очень красиво. Вообще нереально. Я люблю такую погодку. Когда есть что поснимать. Супер. После дождей у нас происходит вот так вот. И таких, на самом деле, люков очень много, где вот так вот вода утекает. То есть ливневки уже настолько забиты, что уже все просто наружу лезет. Да, но дожди добротные. После такой засухи у нас такие дожди прошли вообще. Реки просто выходят из берегов. Но вы уже видели. Кто не видел, может посмотреть в моем предыдущем видео. Я показывала. А сейчас опять солнышко. А там опять туча. Очень интересная погодка. На дню по 100 раз меняется. Это Геленджик. Итак, в первую очередь я хочу вас пригласить в свою группу в WhatsApp, которая называется Настя Май. Там находятся подписчики, зрители канала. Мы очень активно между собой общаемся, обсуждаем разные темы, смеемся, договариваемся о встречах и, в общем, очень круто проводим время. Так что обязательно также вступай в эту мою группу. Ссылка находится в описании под этим видео. Если ты не справляешься, напиши мне, я сама добавлю. Я вас всех жду. Никого не стесняемся. Мы все такие же простые люди.
будем общаться все вместе. Очень круто. Вот, и хочу вас пригласить на экскурсии, которые провожу я сама на своей машине. Я катаю по окрестностям Геленджика, показываю красоты, места. И гарантирую хорошее настроение, отличное общение, музыку, танцы и просто очень крутые эмоции. Поэтому пиши мне в личку. Номер телефона находится в описании под этим роликом. Да, и я вам все расскажу и покажу. Это будет очень круто, кстати. Так что, друзья. Так, ну что, готовы к очередной красоте? Это я выехала сейчас с ресторана Шато де Талю, который находится на Фадеева. Обалденный ресторан при виноградниках. Кто еще там не был, там очень красивая территория. Есть экскурсии на смотровую площадку. Вот, можете туда приехать, и вам проведут экскурсию. Красивое местечко на самом деле. Ну и вкусно, соответственно, там кормят. Да. Ну, я смотрю, что Новорос вообще просто новороссийские горы, точнее, горы в сторону Новороссийска, они вообще все прям очень заснеженные. Были сильные достаточно волны, был сильный шторм, и от этого был сильный ветер, соответственно, и верхушки гор у нас подмерзли. Да, такое бывает. И поэтому у нас такая низкая сейчас температура, потому что лежит снег, когда с гор дует ветер, заснеженных гор дует ветер, становится в городе очень холодно, как сегодня. Ну, посмотрим, вроде через пару дней у нас обещают опять 15 градусов. Поживем, увидим, как говорится. Сейчас привезла людей в Кабардинку. И хочу вам показать этот пейзаж. Ветерочек. Вот такая красота открывается. У нас здесь на Новороссийском. Очень красиво заснеженные улицы. И ветропан, конечно. Очень круто. Ехала сейчас на Тонкий мыс, где здесь на рыбака. Тут просто такая разруха, вы посмотрите. Просто забора нет. Все смыло. Смыло, разрушило. Парковка. Все, на нее не заехать. Вон хижина рыбака, там тоже все, вон выкорчено. Забора нет. Офигеть. Тут тоже забор был. Погнул, летал. Вот это волны бушевали у нас, конечно. Возрождение. Показываю вам снова этот водопад. Он уже, конечно, меньше, чем был. А давайте туда спустимся. В прошлые разы, потому что я не спускалась. Капец! Это невероятно красиво и мощно. Я приглашаю вас всех на экскурсию. Номер телефона в описании под этим видео. Мы приедем обязательно сюда, чтобы вы увидели все своими глазами. Это вообще мощно. Очень красиво. Супер. Так, друзья, вот такой небольшой влог у меня сегодня получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, всего хорошего. Пока. Ну, как бы ничего страшного. Геленджик. После шторма. Набережная. Пляж. Пляж Дельфин. Да, ничего страшного. Просто лодка лежит посередине пляжа на боку. А вон вторая лежит. А вот пирс лежит. Все это выкинуло штормом. Прекрасно. Атмосфера, какая аура. С кайфом.